Привет, друзья! Сейчас каждый, кто мнит себя большим специалистом в области автомобилестроения, считает своей обязанностью сказать что-нибудь про то, что Mercedes уже не Mercedes. И вообще машины уже не те. Тоже приходится признать, да, влияние маркетинга в отрасли все больше и больше, автомобили служат все меньше и меньше. Поэтому и количество споров насчет предпочтительности покупки новой или подержанной машины тоже растет. Но одно дело купить 2- или 3-летний автомобиль, а другое – машину, которая идет 4-й десяток. Вроде бред, но вот этот дедушка вполне справляется с задачей обычного автомобиля. Водит своего хозяина, ломается редко, миллионов на ремонт не просит, потому что это Mercedes, как раз который еще тот настоящий. С 1968 года немецкая компания занималась выпуском серии Mercedes-Benz V114-115. Именно эти машины стали действительно серийными, завоевав популярность среди очень широкого круга покупателей. Еще в самом начале 70-х компании решили, что их следующий седан должен вызвать вскипание глаз и мозгов у конкурентов. Он должен стать самым быстрым, мощным, большим, безукоризненным и потрясающим. Впрочем, желание просто построить что-то конструктивно нового у немцев не прошло. Специалисты сделали машину, которая только внешне была похожа на своего предшественника. V123 изменился кардинально, его силовая структура стала гораздо надежнее, обеспечивает безопасность водителя и пассажира. Появилось понятие зоны деформации, и даже бензобак переехал под заднее сиденье. Совершенно новой стала конструкция крышки боковых стекол. Немцы предприняли первую попытку построить кузов с такой зоной, которая в случае серьезного ДТП сохранила бы свою геометрию и для спасения жизни пассажиров. Переднюю подвеску взяли от старшего брата V116. Который на то время был сравнительно молодым и весьма технологичным автомобилем. Так какая же она? Весьма своеобразная, независимая, телескопическими амортизаторами, винтовыми цилиндрическими пружинами, верхними и нижними рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости, соединяющим верхние рычаги подвески. О ее особенностях чуть дальше. Задняя подвеска 123-м все-таки досталась от предыдущего поколения, V114. Она тоже далеко не простая, опять-таки независимая, с винтовыми цилиндрическими пружинами, диагональными рычагами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Ремонт этой подвески осложняется тем, что на разных машинах устанавливались пружины двух типов и верхние опоры чашки трех типов. По-хорошему, при ремонте надо было всегда ставить только те запчасти, параметры которых совпадают с установленными на заводе. Попытайтесь представить, кто из российских владельцев V123 выполнял это условие. Думаю, их было очень немного. V123 стал гораздо мужественнее и строже своего предшественника. Теперь Mercedes не похож на зеленого чудика из Angry Birds, который уничтожали птички. Лицо машины выглядит более собрано и органично. Во многом этот эффект был достигнут прямоугольными фарами, за счет формы которых пропал зазор между решеткой радиатора и оптикой. Зрительный автомобиль стал шире, что пошло ему на пользу. Передняя подвеска V123 обладает характерной особенностью. При повороте руля колесо внутри радиуса оказывается под большим углом, что очень непривычно российскому глазу. Оно, конечно, хорошо. Радиус разворота машины гораздо меньше того, что можно было бы ожидать. Плохо, что наши люди, в руки которых иногда попадали в V123, к такому выпаду со стороны переднего колеса порой были не готовы. Первым желанием было проверить установку углов развала, но с ним все оказалось в порядке. И тогда на помощь автовладельцу приходила кувалда. Мощными ударами колесо забивали на место. Никакой рычаг не устоит против дури. Само собой, передняя подвеска после такого ремонта погибала. Вообще, классических Mercedes'ов, угробленных таким ремонтом, наплевательским к себе отношением, не счесть. Машины эти были выносливыми и эксплуатировали их на убой. Беречь слишком сильно не старались. О том, что V123 в первую очередь рабочая лошадка, а уж потом помпезный Е-класс, говорит родной фаркоп. Он немецкий, оригинальный, и у себя на родине этот Mercedes был вынужден пахать в поте лица. Хотя была и другая крайность, глупый беспощадный колхозинг. И сейчас найти V123 в одновременно хорошем и более-менее оригинальном состоянии уже трудно. В большинстве случаев он будет либо уничтожен временем и десятком не слишком заботливых хозяев, либо на крыше его багажника окажется отвратительный спойлер-скамейка. Посадка в 123 несколько своеобразная, низко, но мягко, очень не похожа на то, как сидят в современных машинах. Приборную панель 123 нельзя назвать шедевром дизайнерской мысли, но она стала неким образцом для дизайна последующих моделей. Под ярко выраженным массивным козырьком приборки одно из главенствующих мест занимают часы, и аналоговые часы на долгие годы стали трендом в интерьере E-класса. Зеркала хоть и имеют электропривод, но сами по себе они могли бы быть и побольше. Наверное, если автомобильный поток не слишком интенсивный, к зеркалам претензий нет. Но если тебя постоянно хотят обогнать, рассмотреть и попытаться этим самоутвердиться, то площади зеркал явно маловаты, приходится крутить головой. Рулевое управление хоть и червячного типа, но легкое, даже на месте куры работает исправно, но острым его не назовешь. Вальяжности на поворотах многовато, тем более с мягкой подвеской V123. Разумеется, как и любая другая техника, 123 требует материальных вложений, периодического ремонта, какое бы оно ни было, а все же железо. Но взамен получаешь не просто возможность перевести себя из точки А в точку Б, а сделать это красиво, на первом Е-классе мира. За это можно и заплатить. С начала запуска V123 серийное производство покупателям предлагали выбор сразу из 4 дизельных агрегатов, объема от 2 до 3 литров. 3-литровый дизель с индексом АМ-617. По праву он считается одним из лучших двигателей, созданных Mercedes'ов за весь период его существования. А может, он и есть лучший. Этот агрегат был способен проехать немного более 1 000 000 километров.
А в интернете иногда встречаются прямо такие фантастические по сегодняшним меркам цифры. 1 800 000 км пробега. Я не склонен им доверять. Мне приходилось покататься на дизельном 123-м Мерседесе, пробег которого перевалил за 1 300 000 км. К сожалению, та машина была в запущенном состоянии, но двигатель работал без нареканий. Поэтому, как вы понимаете, 245 тысяч – это, можно сказать, обкаточный период для подобного агрегата. Мощность этого дизеля составляет 80 лошадиных сил, но в 79 году ее увеличили до 88, и в таком виде мотор использовали на машинах до 85 года. Кстати, ОМ-617 стал основой для первого турбированного дизеля, который серийно устанавливали на легковой седан. Мощность после установки турбины, разумеется, еще прилично подросла до 115 лошадиных сил. Если вы вдруг чувствуете необходимость покупки 123-го Мерседеса, пожалуй, именно 3-литровый дизель будет лучшим выбором. Его мощности, в общем-то, хватает даже в атмосферном варианте. Но самое приятное, тут крутящий момент 172 ньютона на метр. Это больше, чем у большинства современных бюджетных иномарок. При этом максимальный момент достигается уже при 2400 оборотов в минуту, а вот пиковая мощность только при 4000. Одним словом, на светофоре при желании можно получить определенное удовольствие. Вот и все, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.